участие, потому что я адвокат. И, соответственно, когда ко мне обратилась гражданская жена Евгения Воронина, и я изучил всю ситуацию, то у меня возникло мое внутреннее убеждение в его невиновности. И я полагаю, нам это удастся доказать в суде. Во всяком случае, если нас услышат, нам есть что рассказать. То, что Евгений Воронин в этой ситуации оказался совершенно по непонятным для меня причинам, то ли по чьей-то ошибке, то ли по чьему-то злому умыслу, в этом у меня сомнений нет никаких. А удастся ли нам доказать? Ну, все зависит от того, захочет ли нас услышать суд. Очень хочется верить и надеюсь на то, что захочет. На чем будет строиться ваша защита? Вы знаете, я сейчас не могу вам на камеру рассказать то, чем я планирую заниматься в ближайшие несколько месяцев, потому что мы никак не уложимся даже в несколько часов. А строится на фактах. Меня кроме фактов мало что интересует. А факты говорят о том, что Евгений Воронин не виновен в том, что ему инкриминируется. А как вообще? Если вы не сюда перебираетесь, как Соловьев, он там не будет плакать из эфира? Вы журналист, я понимаю, да? Вы считаете для себя этичным говорить о своем коллеге в таком фривольном тоне, что он будет плакать от того, что... Можно я не буду вам отвечать на ваш вопрос? Спасибо. А как вообще оцениваете процесс? Потому что ваш коллега обмолвился, что это беспрецедентный процесс, возможно, из-за участников. Вот вы как со стороны, как только что... Ну, я только первое судебное заседание принимаю участие в этом деле, но для меня уже удивительно то, что защите в упрек ставится активность. По-моему, когда адвокаты ведут себя пассивно и сидят, скучают, это говорит о том, что адвокату дело неинтересно, и он не хочет защищать. Но упрекать со стороны суда адвокатов в излишней активности, ну, на мой взгляд, это некорректно. Посмотрим, может быть, просто здесь сказывается и усталость некая, да, которая накопилась за сегодняшний процесс. Уже почти 10 часов мы слушаем, и, как вы понимаете, будем еще продолжать сегодня слушать, непонятно до какого времени. Но хочется верить в то, что все-таки суд будет крайне объективен, и эмоциональность, она в итоге уйдет назад и останется впереди только профессионализм. Вот по поводу активности. Я считаю, что некорректно. Я считаю некорректно с 9 утра до 18:00 с часовым перерывом на обед. Это, в принципе, нормальный график, в котором все должны работать. Но почему и какая крайняя необходимость работать практически уже в вечернее, переходящее в ночное время, я не понимаю. А ходатайство у вас еще нет? Они будут постоянно возникать. Будут разные возникать ситуации, при которых защитник будет обязан заявить то или иное ходатайство в интересах своего подзащитного. Прогнозировать, сколько их будет, 1, 2, 10 или может вообще не будет, это сложно очень, потому что они возникают в ходе самого процесса. Процесс такой живой достаточно механизм, который происходит, и постоянно, исходя из той или иной ситуации, возникает необходимость заявлять ходатайство, либо не делать это. Что с ней? Она все-таки остается. Я вам сказал, что... Были ли в практике ваши подобные процессы? Да, за 17 лет практики у меня были разные процессы, в том числе я защищал и сотрудников правоохранительных органов, я защищал людей в погонах и людей по ту сторону мира, так называемого мира улицы. Разные были дела. По поводу активности. Мы вот сегодня посчитали, за все это время было 12 ходатайств. То есть с утра вот до этого момента. Да. И сторона обвинения говорит о том, что это тактика затягивания процесса. Вот как вы это можете прокомментировать и в вашей практике, в ваших делах? То есть, например, были ли случаи, когда за один день судебный, за одно судебное заседание было такое количество ходатайств? Больше бывало. Какая же это тактика затягивания, когда у нас график, у нас сегодня, завтра процесс, потом весь январь, у нас 3 раза в неделю судебные заседания. А к чему нам затягивать, когда вот один из ваших коллег задал мне вопрос, попытаюсь ли я дотянуть до истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности? Нет. Мне это не интересно, потому что меня интересует только полное оправдание моего подзащитного. Я не собираюсь доводить до того, чтобы уголовное дело было прекращено из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Наоборот, мне это не нужно. Моя задача – доказать его невиновность. Я именно в этом направлении буду работать. Все ваши ходатайства суд отклоняет. Уверены, что вас услышат?
Знаете, на самом деле я заявил всего два. Одно из них крайне неприятное для меня, делается очень редко. Я заявил ходатайство об отводе судьи. Но потому что, когда судья, на мой субъективный взгляд, нарушает нормы процессуального права, ничего другого не остается. Потому что сомневаться в непрофессионализме судьи у меня нет никаких оснований. А вот какой-то заинтересованности я засомневался, поэтому я и заявил отвод судьи. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Оставить.